Информация о неучтенном массовом захоронении около военного мемориала в селе Троицкое поступила от местных жителей. Тогда администрации Никольского поселения было принято решение привлечь поисковый отряд «Китиж», чтобы провести в этом месте раскопки. Хочу Антона Кузнецова поблагодарить за ту огромную работу, которую они проводили здесь. Выходили сюда, скажем так, неделями здесь жили. Просто очень много было у них молодежи. Подростков где-то от 12, наверное, до 15, до 18 лет. В результате раскопок удалось установить имя одного из погибших воинов – Кузьмы Ивановича Тюрина. У погибших были найдены 5 солдатских смертных медальонов. Значит, 2 капсулы пустые, 2 находятся в экспертизе, и одну записку удалось прочитать и оперативно найти родственников погибшего солдата. Он до сих пор числился пропавшим без вести. Антон Кузнецов передал родственникам священную реликвию, извлеченный из земли смертный медальон, по которому и был опознан Козьма Тюрин. Дети и внуки погибшего красноармейца сердечно благодарили молодых людей из Китежа, которые нашли останки их предка. Суворов говорил, что война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат. Благодаря работе поисковиков таких солдат становится меньше. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».